Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 9 марта, на улице опять тепло, снег уже у нас растаял. И я бы хотела пригласить вас посмотреть и сама посмотреть улей, в котором погибли пчелы. После того, как я пчел выставила, я смотреть не смотрела. Ну вот, хочу, чтобы мы вместе открыли улей и посмотрели причину гибели пчел. Корм, как вы видите, не поевший лежит. Так, ну здесь вот мед есть, и здесь мед. Но он, конечно, не запечатанный. Ой. Вот целая рамка с медом, вот запечатанный, вот смотрите, блестит мед. Ну что, тут мед. Короче, везде мед. Здесь целая рамка с медом. Здесь целая рамка с медом. Да, вон везде. Вот здесь вот, видимо, были пчелы, потому что как немного пусто, а здесь вот везде мед. Здесь тоже вот сидели пчелы. И вот тут они сидят. Погибшие пчелы, да. Правда, везде мед. А чё ж они умерли? Здесь мед, а тут даже и мертвых пчел нет. Может, на другой улей перешли? Не знаю. С осени семьи были сильные, везде был расплод. Потому что мы замечали и ставили заметки. Никакой плесени, ничего нет. Везде мед, 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 мед. Ма, что она выключила? Вон там, посмотри еще. А, ма, а? Что она выключила? Она а как я знаю, что это? Она снимает. Вот. Пчелы. И пчел здесь, конечно, мало. Скорее всего, эти пчелы, ну все, целые рамки с медом.
Вот здесь вот посмотрите, сколько пчел, совсем капля. Значит, здесь, скорее всего, произошел слет. Вот эта рамка немного заплесневая, но это даже не ничего страшного нет. Вот столько пчел. В августе месяце, когда мы ставили подкормку и смотрели, расплод везде был, везде были сильные семьи. Было много расплода практически от стенки до стенки. И, видимо, уже в октябре месяце, наверное, потому что было тепло, то ли произошел слет, то ли... В общем, вообще непонятно, что произошло. Но пчел практически нет. Значит, эти пчелы погибли все с осени. Вот такие вот дела. А что-то сделать в октябре месяце, когда всем их было, что все благополучно в августе. И меда было навалом, и всего все хватало, и расплод был, и матка была, и, в общем, конечно, непонятно. Вот такие дела. Так что, господа пчеловоды, будем только гадать, что произошло. Если от клеща, то я пролечивала клещом, от клеща делала сахарный сироп, и, ну, это медовый сироп, и добавляла в каз, ставила полоски, опрыскивала, обдымливала грибом, чагой. Ну вот. Результат такой вот. Ну и все, что я вам сегодня хотела показать. До свидания. Всего вам доброго. С вами был канал Семья Громовых. Как? Вот на эту? На ту. Ты ей нажимай. Сейчас, погоди.